Накануне вечером президенты Беларуси и России провели очередной телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг стран-соседок, а также график совместной работы и предстоящих встреч. Беларусь полностью обеспечена продовольствием и даже зарабатывает на излишках. Полки с нашими продуктами есть в 116 странах мира. По итогам нынешнего года планируется выручить на внешних продажах более 6 миллиардов долларов. Задача – прирасти до 7 миллиардов. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица, по северу республики сильный снег. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Спутник Ви остается эффективным против нового омикрон-штамма. Однако центр имени Гамалеи начал адаптацию, которая положена по протоколам. Напомним, полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси прошли 2 миллиона 800 тысяч человек. Последний месяц года принесет в жизнь белорусов ряд изменений. Автовладельцам придется уплатить первую часть транспортного налога и поменять летнюю резину на зимнюю. Также только до конца декабря можно будет обменять старые деньги, выведенные из обращения после деноминации 2016 года.